Здравствуйте, зрители. Небольшой обзор еды. Опять плохой еды, ужасной еды. Примерно все обзоры у меня похожи получаются. Но надо рассказывать. Кому-то, наверное, и пригодится. Я подозревал, конечно, что рыба херовая. Почти что вся рыба херовая. И дешевая, и дорогая, и... просто ужас, короче. Вот. И не собирался покупать. Говорю, орут везде корюшка от 200 до 2000. Хорошая рыба пахнет какими-то огурцами. И, блин, продается как попало. Грязные ларьки, открытые эти лотки. Там же и пыль несется. На улице это все стоит. Так же нельзя еду продавать. Все это тепло уже кругом, днем уже давно тепло. Все эти нарушения, всем этим государству с Роспотребнадзором посрать, полиции срать, прокуратуре срать, лишь бы продать, зашибить бабло и пойти заливать водку в рот. Блять, так, такое говно постоянно. Вот, я знал, короче, что хламина. Я подумал, куплю немного, попробую. Немножко купил рыбы. Здесь на самом деле больше было. 200 рублей, мелкая корюшка. Она при покупке, естественно, при покупке плохой товар воняет. Я при покупке, она не воняла как стухшая, но она и не пахла свежей. Она была в таком каком-то среднем состоянии, практически уже в несъедобном. То есть, да, вони вроде не было червей, но, как сказать, вот была селедка протухшая, она прям воняла. А это вот так вот не воняет, но она, короче, уже испортилась. Она как-то, видно, по-другому, что ли, портится. Ну, невкусно, горечь, с кишками же она невозможно есть. Кот даже не ест. Кот не ест. Я бы вот бошки оторвал, спинки только оставил. Не ест. Кот, ну понятно, что кот может просто рыба не нравится. Ну и я не ем. И лежит. И немножко я купил. Ну как, все равно деньги просрал. Немножко, немножко я не на копейку купил. Тут 60 рублей или 70. Вот. Подозревался. Да, конечно, я подумал, ну может быть, вот кое-как съем, тяжело, бошки выкинул, тяжело даже вот это съесть, вот эти 100 грамм неприятной хребты, и само вот она полуиспорченная уже, ну если полностью так просто бы я умер здесь бы от запаха, вот она полуиспорченная. Вот и все, знакомство с корюшкой, конечно, бывает крупная корюшка, жареная, прикольная такая, дорогущая, она стоит там от 500 рублей, я пробовал нормальная, более-менее, вот это, ну, мелкая, но почему она валялась где-то без холодильников, еще где-то валялась, почему она, сейчас, а, блин, да, она воняет, она, блин, она стухла, пока ее везли, хранили, ну, тоже жаловаться некуда, ну, подозревал я, конечно, ну не буду больше покупать, не буду, конечно, покупать рыбу эту. Пошла нахер рыба эта, сука. Вот и все, весь обзор, еще государство виновато, конечно, все набить карманы, продать тухлятину, жаловаться некому, что стандартная схема. Тут странно, вот, ну, где я купил? Говорят, как ты дурак, что ли, ты на улице, что ли, купил? Я не знаю, с помойки нашел. Нет. В перекрестке купил. Чек, и чек есть. Фоткал где-то чек. Где-то в истории остался. В Google фото. Ужас, просто ужас, что происходит. Я думаю, и дороже, и дешевле, там одна и та же история. Ну ладно. Не стоит это, на самом деле, это корешка, столько времени обсуждать. Хотела бы и минуты, но я поподробнее постарался рассказать. Все, дальше я уже другие ролики поснимаю, более-менее нормальные. Тут яблоки хорошие попались. Вот, спасибо за просмотр. До
До следующего ролика. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Рыбу, ну, просто не покупайте. Либо консервы. Когда консервы готовы, на заводе там более-менее можно. Ну, хорошие консервы, естественно. Вот, до свидания. Блин, странно. А что тут зума нету у видео? Я думал, я привык, что зум есть. А, зум есть? Что-то он у меня не выскакивал. Ужас, ужас.